Точненько, горят сволочь, нам его не завоевать. И вот сижу я чисто зомби, проглядывая экраны. Если я лишусь хоть на день фильма или на России, у меня начнутся ломки, словно бы на канал. Дайте дозу хоть рекламы, хоть погоды. Я сижу, смотрю и плачу, вечу лица дорогие. В этом драку лагерь Горов, Чилиц, Путин и Минут. Нам Гагарин не по кайфу, нам течение другие. Да нам Гречи не по кайфу, но другой. Телевизор ежедневно объясняет мне, что всем данная оценка, что вопрос уже решен. Вот пример экстремизм, это однозначно плохо. А, к примеру, Пугачёва однозначно хорошо. А на дворе мороз, а на дворе жара, а я сижу, как пень у телевизора. Смотрю такую дрянь, люблю такую шваль. А я-то думал, я умею, очень жаль. А мне бы жизнь наслаждаться, побродить по лесу мне. Человек рождён для счастья, для гармонии рождён. Теперь милый дядя Вася усыпал в огне. Чёрта с два взамен алмазов после сотни тренировок. Прав был пьян за Дустро, умерший от инфлюенса. Новый пастырь телевизор, он спасёт электорат. Чтобы, блин, не забывали, кто скотный преждевенец. Чтобы, блин, не расслаблялись по дороге в райчинца. Не приснут каких-то фильмов, словно на дуле и коры. Каждый сериала «Куку миров» из ушел. Я зажру блаженно хрюку, мне напомнит деловито, что экстремизм — это плохо, а Пугачёва дружил. Ой, редуйте в едок, ой, спасайте, ой, на помощь. Ну вот эти новости зачем мне, не обманут так собой? Если на одном канале скажут «тыква — это овощ», то другой канал ответит «врёте тыква — это овощ». Природы, бедный учебник весь залит чаем, как
большие ли сложно. Это, ребята, забыть невозможно. То, что ушли, не судило строго. Эти ступени, эта дорога. Отец наслед, освещение до флирта. Как изучал я влияние смерта. Как на экзаменах скребся в затылок. И как сдавали пустые бутылки. Мешки по глазам, дрожащие руки. Зубы бровят, а дворники подарки. В том, что таком виновата сама. То ли больница, то ли тюрьма. Лучшие годы, прекрасные годы. Бедный учебник перестанет печать. Как я скучаю, как мы скучаем. Как мы с тобой большие сборы. Это, ребята, забыть невозможно. То, что ушли, не судите нас строго. Эти ступени, это дорога. Для нас твоя указ, ты не указ, вы да подари.
скажу, вы меня пророками берите, да сударю, челом и поклонами, а мы вольнодумные мужики, без колокола звонари. Там звонари, не Я прошу.
играть на мосту красота. Но мячик упал с моста, на сердце пустота. Yeah.
покрыты тканью, шевелятся мои волоса. И я жду окончания пары. Ты скажешь, как хорошо. Ты с квадратными снова глазами. Вот только я не пойму, что с твоими волосами. А этот ресторан у меня в голове роятся. И сыграют одни волоса, и тогда волоса шевелятся. Когда матрица дана, все студентам нравится. Ты ее преобразовывай, красиво, ты не красавица.
Все, мы приехали, для тебя здесь добро, но я не могу.